Лисенок, пошли Злату найдем. Идем? Нет. Не? Спасибо. Молодец. Делится и делится. Умничка. Пойдем к Злате. Спасибо. Молодец. И себе одну оставил. Хоть и Настюха гуляет. Догонялочки. Давай, Даша, тебя будет догонять. Давай. Ой, не беги, тихо. Все, уже вниз. Кусь. Смотри, как малые купаются. Малюсенькая такая, такая смешная. Катя поплыла с подружками, что-то как-то далековато. Я надеюсь, она не решит. Сейчас такие волны, не решит она очень далеко заплыть. Ладно, не буду думать о плохом. Просто мне Паша сказал, что к нему подошел мужчина, который рыбак, и сказал, что он даже вернулся и не советовал плыть далеко. Встретила Костю с шашлыком. Бабушка на балконе стоит. На третий, о, тип, гора. На третий тип шампуров не хватит. А, ну потом отдельно. Ага. Ты купаться пойдешь? Да. А ты пойдешь? Наверное, да. Ты там лучше за Катей наблюдай, они на лодке поплыли. А? Говорю, лучше за Катей наблюдай, они на лодке поплыли. Катя с подружками. А там волны. Волны вроде не сильные. Ну, это когда здесь, то не сильные, а когда плаваешь. Ага, вот и я о чем. Они уже достаточно далеко и еще плывут. О, у пацанов унесло круг. Сегодня днем тоже так было. Унесло круг у одного мальчика, и Настя его догоняла. Я не могла догнать. А тут мальчик быстро, он на матрасе. Оп, достал. А Алиса пьет водичку. Ты видела, Катя на лодочке уплыла? Далеко. Они дуже далеко. Да, Алиса? Мишка, бей. Дома такой трэш, холодильник выключается. Мы еды накупили. И, в общем, сами понимаете, если это все пропадет, это капец будет. У меня другого слова нет для выражения. Просто еще и мороженого в морозилке. И мороженого напихано. Ну, мы на всех брали надолго. Мясо, курица. В общем, трэш. Прикольная штука. Тут еще и скорости есть? Да, три скорости. Хоть мне волосы запутали. Все обязательно под руками. Вот там жарче всего. Ты не той стороны, по-моему. Той. Ой, все, а, правильно. О, скажи, классная штука. Да, она с собой в театр брала. Да? Да. Вот это сидела. Да. И кто сидел сзади нее, наслаждался, типа вечером. Ну, вот смотри, сейчас так жарко, чтобы вы понимали. Вот мы с Надей стоим, по мне пот течет, настолько, да, здесь жарко. Жарко. И холодильник вырубается. А ну. Выключился. Слушай, прикольно такое. Устроиться сегодня решили у нас там, где мы никогда в жизни еще ничего не праздновали, не устраивались. Бытоська. Я не знаю, как это назвать. Хотела сказать на веранде, но это ж не веранда. В общем, на балкончике, скажем так, мы решили устроиться. Уже частично шашлычки готовы. Соки, коньяк мужчины будут пить. И одноразовые стаканы еще нашли. Ну что, достаточно интересненько. Только, конечно, еще чуть-чуть будет темнеть, и будут всякие комары, мухи. Но дома жарко, очень жарко. В такую жару надо только на свежем воздухе. Во, Катюха мышцы накачает. Наверное, болеть даже будут. Так долго они плавают. Были далеко, сейчас здесь уже рядом плывут. Мне кажется, что у нее уже, наверное, руки устали. Еще, получается, мы здесь будем где-то 2 недели в среднем. Ну, потом, может быть, продлим. Но я сейчас очень сомневаюсь.
потому что, как видите, со светом непонятно что. Но хотя, если будет сильная жара, то домой особо ехать тоже не хочется на жару. На жару лучше в море. Всегда можно покупаться. У нас так прудик зарос, то ли его заселили этой зеленью, она как-то резко появилась, вот когда мы на неделю уехали. И рыбки у нас так выросли, они такие огромные стали. Сейчас попытаюсь вам показать, если вы видите. Ну, слегка видно, потому что отсвечивает сейчас. Но вам все равно хорошо не видно, какого они размера. Они такие стали большие. Пена до прудика не дошла на пенной вечеринке. Она там вся осела, слава богу. Я переживала. Ну, хотя она какая-то была такая безвкусная, без запаха. Ну, на химию никакую не похожа. Но я все равно переживала, вдруг она зайдет в прудик. Все, эти делаем. И все, и все, садимся. Готово. Ой, чепусь. Катя увидала. Мы видели больших белок. Да, очень большие. И чайка прям так. О, ты собралась плавать? Поплыть. Ну, разве что недалеко. А у тебя руки не устали? Ну, ты даешь. Что там? Что там такое? Ну, жилет ей дальше. А, Алис, это самолетик. Самолетик летел. В этот днем. Не, подожди, сейчас ей жилет. Все хорошо. Злата тоже плывет с Алис. А Даша сказала, не хочет плыть. Даша не поплывет, Алис. Ну, против нашего дома. Вот это кто-то залупил мячик. Алишка, и тебе жилетик, хорошо? Даша точно не хочет, мам. Даша, да вроде не хочет. Сейчас, Даня. На Злату он великоват. Поплывешь, может? Поплывай. Эй, Алиса тебя звала. Привет. Ты ее держишь, мам? А? Или ты ее держишь? Иди, девчонки, только потихоньку. Нет, Кать, подожди. Пока. Все снимают друг друга. Красиво очень. Как у Кати руки не устали? Да мы пытались поменяться. Мы поменялись. Мы начали наоборот заплывать глубоко. А на самом деле мне их видно вот так. Как культуристка будет, плечи такие накачают. Да-да-да, я тоже об этом думаю. Как я не тяжело, это уже второй она раз. Так долго с теми девочками так далеко плавала. Она завтра ощутит, наверное. Да, у нее почему-то эти плечи болят, бицепсы. Она из худенькой такой спортсменкой станет. Настоящая, молодец. Я говорил, что тяжело, она, смотрю, гребет. Это уже последний, Костя понес, да? Да, уже принес последний. Сейчас он пошел уже, он говорит, сполоснусь немного. А, я думаю, он не, он нырнул. Не, его тоже плавать. Говорит, пойду обмойся, он тоже бежит. Ага. Костя, жарко стало. Да жарко, слушайте, вечером солнца уже нет, и так жарко. Ага, поплыл к ним. Да не, он просто плавает. Алиска так смирненько сидит, никуда не наклоняется, не встает, ничего, тихонечко сидит.
вот это максимальное приближение, да? Да, видишь, Злата пытается грести. Катя ей дала весла. О, уж здоровая станет, папу бить начнет. Смотри, видишь? Мы тут с Пашей смотрим, как Злата пытается грести. Что за праздник сегодня? Такой стол накрыли. День рождения, может, у кого-то? Мы что-то не знаем. Ничего. Короче, единственное, что нашли, мам. А? Единственное, что нашли. Сейчас так, а где делась эта мафия? А? Где делась? Я наделась, но я хочу уже в нее уехать. Ну да. Сейчас девочки придут. Сейчас и Даша придет. Сейчас Даша и Злата придут. Подожди. Нам Алису передали вот туда. Через сетку Алису передали. А девочки обходят. Они там гуляли все на площадке. О, это ты Алису передал? Да. Спасибо. Я смотрю, она туда перелезла, по сути. Сейчас обходить опять будем. А девчонки где? Они не тут. Не, ну всегда, знаешь, выборы в воскресенье, всегда раз. Не, может, твой родник в субботу выбирать? Так, усаживайтесь, усаживайтесь, а то потемнеет. А где, куда? Куда садитесь? Куда хотите. Оля, куда ты, где, что? Выбирай самый крепкий, покажи ему. Какой самый крепкий стул, да. Вот это? Я тогда здесь. Ну, он не переживает, так ладно, дуже мапу нашу. Дашуля, садитесь, покушайте. Давайте, наверное, руки мыть. Вот как хорошо. Залезай к ней, Злат. Как хорошо в этом домике, да? Ой, как тепло. Настя нам мафию готовит играть. Все смотрели Гарри Поттера? Нет. Нет? Я знаю примерно про что речь. Ну, тогда плохо. А что, на метле там кто-то летал? У нас карточки с Гарри Поттера. Я на самом... Ой, подожди. Я что-то сразу. Можно мы так себя тут поставим рядом? Человек, да? Ну да. Бессмертный. А я то не выверну, але вона не витягнуть. Тебе стаканчик подать? Ты розумієш? Одиночки брали? Оля вириває. Алиса у нас сидела, кушала в домике булочку. За столом не хочет. Всем приятного аппетита. Иди к нам, Алис. Приятного, Дашенька, спасибо. Это только я так суши кушаю. Больше никто. Как? Нет, там тоже. А, вилкой? Да не, я думаю, еще кто-то кушает. Не, все культурно как-то, а я вот прям... А ты прям... Вот это и у меня так прилипает одно к другому. Да? Давай, тяни. Спасибо. Лисенку прям зашел этот домик. Очень нравится. Там еще постельно ей мягенько. Алис, где твои заколки? Где делись заколки? Потерялись? Злата не видела заколки, спрашивает. Их четыре. Мы так и знали. Так, мы играем в мафию. Ну что, кого садим? Ну, давай я тоже тогда за Олю. Нет, ну за Олю. Сразу тетя Оля. Нет, давайте за Олю. Но если это не она, я, наверное, буду потом за Пашу. Все-таки не по мне. Нет, это не я. Ну тогда мы пойдем. Я за Марию. Ну то есть вы же просто как здесь. Кстати, может быть все четыре зла. От семейства зла. Ты тоже можешь быть. Так, ну давайте. Давайте по очереди. Надя, значит, за... За Олю. Настя за кого? За тетю Олю. За тетю Олю я. Три за тетю Олю. Лиля за кого? За тетю Олю. Четыре. Я Оля за кого? Оля, ты за кого? Я за кого? За Надю. За Надю, Паша. Я за Надю, я ладно. Я тоже больше за Надю. Так, три за Надю. Подождите, три за Надю и четыре за Олю. Все, никто не можешь сказать свое. Так, подождите, никто не передумал, нет? Ну начинается, говори. Я слышу, что я не мафия, вы мне все равно кажете, и решили на маме в сети. А еще Паша и... Ну все. Мафия. Мафия. И вы вдвоем. Мафия. Да, и они вдвоем по-любому мафия. Да, город засыпает. Все помнят, кто кого держит. Тебе будет удобнее. Да, давай. Так, я с фонариком на лбу, простите, кому я светлю в глаза. Да, нормально, спасибо. Так, город засыпает, спим. Спим. Просыпается мафия. Фонарик перевернут. А, блин. Ты очень палишь. А, фонарик палит, да. Чувствовал, что мафия с той стороны где-то. Ой, да-да-да, вот это, пожалуйста, не надо. Фонарик светил. Кстати, фонариком можно запутать. Так, ладно, мафия, давайте, кого убиваем? Браты, акробаты, мафиозники. Сплять все. Перевела на нас так резко. Я смотрю на кого фонарик, что-то он на меня светит. Убиваем, что, меняйте все.
ты убиваешь просто. Ой, на меня засветит. А, она фонариком показывает, кого из нас все. Так, хорошо, выбрали. Мафия засыпает, просыпается стерва. К папе или к Паше. Пусали же. Ну, Лилия, честно. Хорошо, стерва засыпает. Я тоже. И в тебя. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. Просыпается маньяк. А, под... ладно. Ага, просыпается доктор. Угу, хорошо. Так. Так, сейчас я вспомню, кого там била мафия. Кажется, помню. Все, можно просыпаться? Да, просыпайтесь. Сегодня ночью все живы. Надя и Катя, давайте решать. Теперь уже нас все-таки одну мафию. Ну, я тоже, да. Я... Она маньяк, это и так понятно. А что у вас за сговор там втроем? А вы с нами не советуете? Потому что мы просто выбираем, кого из вас первым. Посадите все, ну как бы. Вот это однозначно злом. Это так уже все понятно. Понятно, что она одна и двое вдвоем. Ну, либо, может быть, наоборот, ротировка там Билевский. Не факт. Но почему я против теории голосовала? А, нет, ну, принципе, да. Кто ее знает? Да, может, потому что она первый раз играет. Ну давайте. Настя. Ой, ну давай. Я вот жду вот эти две вот сидят вдвоем. Ой, конечно, понятно. Всех вылетают. Ну хорошо, за кого из них? Кто бы сомневался? За кого? За Настю. За Настю. А Паша за кого? За меня был. За кого ты, Паш? Я за Настю. Ага. Так, два за Настю и четыре за Пашу. Паша, у тебя последнее слово. Да. Подожди. Ты подумай, Лиля. Да. Настя сидит. Она уже подумала. Лиля уже подумала. Мы в прошлый раз увидели тетю Олю, и только мы вдвоем не голосовали за нее. Ну, подумай, смотри, мы посадили мафию, и оставалось две мафии. И только вы не голосовали за тетю Олю. А вы так сели хорошо все втроем, три мафиозника, ты глянь. Все, кем Паша был? А он уже не отрицает даже, смотри. Паша, ты кем был? Паша, ты кем был? Паша, кем был? Кем а, все-таки я? Да, да. А если я буду доказывать, что не я? Ну, доказывай. До утра можно доказывать? До утра можно доказывать. Ну, я вам обещаю, что не мафия. Вы пожалеете. Точно? Мы не передумаем, 100%. Давай. Ну, я не мафия. Ну, мы не верим. Я этот самый. Ну, либо маньяк. Вот этот стоит. Маньяк. Маньяк. Я же не мафия. Я говорила, что не факт. А, супер. Так все супер. Мы держим мафию сейчас с тебя. Все отлично. Все. Теперь надо сейчас главное удержать мафию. Нет смысла никого проверять. И Настя вышла из игры. Нет, да, Настя вышла из игры. Нет, ты назвала свою. Она ничего не сказала. Она сказала, мне даже нет смысла никого проверять. Да все, мы, у нас не, ну, ничья тогда. А тогда ничья, да. Первую ночь погибли Оля и Паша. Оля была маньяк, Паша стерва. Так, ну что? Папа, я тоже так могу. Вы когда-нибудь меня таким уверенным видели? Я видела 100 раз в других играх, и поверьте, а я что-то на нее, она очень спокойная, короче. А родственники, кстати, всегда друг друга, ну, гасят. Кость, я тебе открою тайну, но мы тут все родственники. Ну все, голосуем. Ну и что там? Я слушаю Костю, я тоже за Настю. Настя. Надя, пожалуйста, поверьте, 100%, я не за зло, честно. Да, за Настю. Ну хорошо. Я не знаю, чего на меня так настроилась, я отвечаю, я не за зло, пожалуйста. Настя. Что за фигня? Я тоже за Настю. Да, пожалуйста. Он просто... Ну так хорошо, сколько уверен. Голосов там за кого? Ну пока два на Настю голос. Ладно. И один на Костю. Я на Костю, короче. Два на Костю, два на Настю. Ты за кого, Катя? За Надю. За Надю? А ты? У меня смертник в душе сидит, неважно даже. За Костю. Костя, на тебе 3 голоса. Я... У тебя последнее слово. Мафия на меня напала сейчас. Нет, я не думаю. За Настю. Давайте сравняем. 3-3. Катя тоже за Настю. Блин, его сейчас. Мне просто интересно, что когда Костя сказал за Настю, то вот этот вот Костя сказал за этого Костю, и Настя за него тоже сказала. Поэтому тут какая-то.
цепочка, ну прям не так, знаю. Так, ну Катя передумала, 3-3, все живы, город засыпает. Спим. Блин, просыпается, наверное, мафия. Кого убиваем? Мафия разногласия, сейчас мафия не походит. Чего, сейчас все будет хоккей. Мафия засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает, просыпается доктор. Доктор засыпает, просыпается... Кто там у нас еще? Маньяка нету. Вроде все, да? Да, просыпайтесь. Так. Не, засните еще разочек. Рассыпайтесь. Сегодня все живы. Доктор кого-то вылечил. Я мнение не изменил. Настя. Я тоже. Настя. Потому что я не понимаю, что ты на меня так напал. Поймешь. Когда тебя посадят. У тебя просветление в убу наступит. Так, за кого? Сколько за Настю там? Два. Пока два. И я за папу. Так, Настя и Костя. Блин, что там вообще? Я бы за тебя не голосовал. У тебя сынок появился. Я тебе говорю, за Настю. Я за папу Настю. Ой. Так, два за Настю, за два за Костю. Да. Так, а где Алиса? Ты за Костю? Они... Да, нет, Костю. С бабушкой Аллой? Да, да, давай с бабушкой. Давай тоже папу, пожалуйста, поверь мне. Я тебе говорю 100%. Нет, не верь. Нет. А, пожалуйста, Кать, пожалуйста. А, да. Честное нет. слово, пожалуйста. Кать, не смотри, что она твоя сестра. Я не жалуюсь. НЛО. Папа, Алиса. Смотрите, НЛО летит вам. А что с ней луны вообще нет? Реально, что это такое летит так низко над городом? Ну, короче, знаешь самый прикол, что если бы это был китайский фонарик, ну, то он бы так не горел. Что так низко над городом летит, реально? Низко и такое яркое. Ух ты. Слишком низко. Вертолет он мигает, короче. Да нет. Вертолет так низко прям над городом. Это НЛО, блин, ребята, ну вы что? Это квадрокоптер с большими фонариками. Ну, вот больше похоже на это. Что это летит, реально непонятно. А ты увеличила на максимум, да? Ну, оно дальше размывает. А. Так, ну что? Сколько? Сколько голосов на ком? Я два раунда голосую за нее. Нет, два. А я два за тебя, это ничего. Все, давайте голосовать. Надя за кого? За Настю. За папу. За папу. Катя. За кого? За кого? Нет, давайте по очереди. Катя, пожалуйста. Капец. За папу? Да, за папу. Я за Катю. За кого, Лиля? За дядю Костю. Костя за кого? Я за Настю. За Настю? А я за Костю. Костя, давай, за если мы сейчас за Костю. Два за Настю, один втроем, за Катю. То его сейчас, ну, мы посадим. Что? Если будет он зло, например. Кто, Кубыш? Папа? Да, Кубышкин. А, ты хочешь Кубышкина? А может быть, ну, это ты? А что ты за меня, теперь давайте Кубышкина? Не знаю, потому что вы вдвоем как-то прям кричите в одно русло, блин. Я, меня никто не слушает. А все может быть. То что, кого мы садим? А какой счет, Лиля? Поверьте, на Катя, Настя. Какой счет получается? Если ты не мафия. Если ты не на я темной потом, стороне потом, сил. Да давайте проголосуем за Настю и посмотрим, давайте, что будет. Давайте. Кать, ну давайте. Нет, давайте, мне такой не нравится расклад. Зачем такое делать? Нет, ну давайте один. Ну, вот, тебя и никто не просит. Кать, смотри, если ты не будешь, мы проголосуем и посмотрим, она это или не она. Хорошо, а что за бред? А давайте я не зло проголосуем за Лилию и посмотрим, она это или не она. Давайте за Злату. Она сидит все это время молчит вообще. Так, ну что? Давайте уже. Ну что, давайте заново. Ты за кого? Я за Настю. За Настю, Настя. Я за папу. А, можно Катя? Я пока это все проголосую? Нет. Пожалуйста, да, там пожалуйста. Ну все. Ладно, Лиля за кого? За дядю Костю. За этого дядю Костю. Ты за кого? Настя. Ты за кого? Ну быстрее. Да быстрее рожай. За Катю. За Катю. Я сравнила. Теперь я спасу Настю. Боже мой, какая я добрая. Цените меня. Ну короче, новая ночь, я поняла. Все живы. Два на два. У меня ни одного. А у кого? Нет, за него голосовала Лиля. Два на нем, да. А, я тогда за Настю. Город засыпает. Все уже. Все, город засыпает. Просыпается мафия. Так я так и не поняла, кого убиваем? Ага.
Мафия засыпает, просыпается маньяка нету, комиссар. Доктор засыпает, просыпайтесь. Ну, как бы все живы. Я в третьем раунде вам наставил. Это Настя. Вот она. Я за Настю. Я за Настю. Даже я заманалась. Давайте, голосуйте, я буду сравнивать все. Лиля, ты за кого? За дядю Костю. Что ж такое? Катя, ты за дядю Костю. А Катя? Я не хочу умирать. До свидания. Ну ладно. Два на Настю, два на дядю Костю. Подожди. Три на Настю. Три на Настю. Три на Настю. Три на Настю, два на дядю Костю. Да, три на дядю Костю. Все сравняла? Не, подожди. Да не, давайте это уже просто... Ну и три на дядю Костю. Ну ладно, я за Надю, короче. Так какая разница? Тогда тебя посадят. Ты хочешь слышать? Ну ладно, давайте уже сажайся. Все, новая ночь, короче. Новая ночь, все, спим. Мне просто уже надоело. Спим, тихо. Просыпается мафия. Я сейчас заплачу. Мафия просыпается. Кого убиваем? Кого убиваем? Мафия сделала свой выбор, просыпается комиссар. Засыпает. Просыпается доктор. Кого лечим? Ну, доктор, хорошо, засыпаем. Просыпаемся. Помер комиссар. Костя. Я за Настю. А теперь я за Настю. Так, два за Настю. Лиля за кого? Не слушали меня. Я за Костю, она сумела. Катя. Лиля за Катю. Нет, давай уже кого-то. Не Катя, я за Настю. Ну Катя, хорошо, мы поняли, два за Настю. Катя точно не, я за Настю. Настя за кого? Я с такой милосердной душой. Если она такой, тоже за Катю. Ты за Катю? Добротой. Я тоже за Катю. Чистым, я тоже открытым за Катю. Сердцем спасала тебя две ночи подряд. Чтобы сравнять. Сравнивала счет три ночи. Так мы сравняли. Значит, вы две мафии. Нет, я только что сравняла, чтобы меня не посадили. Вы две мафии, это стопудово. Я прям вот уже уверена. Так, мафия сделала свой выбор. Просыпается доктор. Кого полечим? Злата, не подсказывай. Да, себя можно лечить. И все, да? Просыпайтесь. Сегодня ночью убили смертника Костю. Чтоб побольше говорить. Ну все, мафию с победой. Надя! Я голосую за Надю. Да, мафию с победой. А я уже...